Алексей, ну как вам матч на Кубок вызова? Какие впечатления остались? Как эмоции? Впечатления хорошие, положительные. Рад, что поиграл там с лучшими игроками МХЛ. Было тяжеловато, но интересно было. Отлично, мне очень понравилось. Что скажете по самому течению матча? Насколько интересная игра получилась в итоге? Ну, в итоге это хорошая игра получилась, такая энергичная. Обе команды атаковали, как бы в оборону никто не уходил. Не повезло нам чуть-чуть за минуту или за сколько, за две пропустили две шайбы, проиграли игру. Вам удалось набрать какие-то очки за результативность, и были ли шансы, чтобы забросить шайбу? Ну, пас отдал, мы почти когда играли. Я, получается, партнер Шуракова отдал, а тот уже защитнику, тот бросил, забил. Да, были моменты, один с пятака бросал, вратарь отбил. Все, больше не было таких особенных моментов. Что скажете по самой атмосфере матча? В какой атмосфере игра проходила? Хороший, полный стадион был, все поддерживали и Запад, и Восток, что кричали болельщики, мне очень понравилось. В вашей карьере были какие-то подобные схожие матчи вот с тем, что было в Нижнем Новгороде? В прошлом году тоже ездил на Кубок вызова. Тоже как бы интересно было. Почти то же самое было и в Екатеринбурге. Ну, как схожие матчи такие вот. Все. Больше не было таких, в принципе. Каких-то серьезных отличий в матчах Екатеринбурга и Нижнего Новгорода не отметите? Да, я думаю, нет. Что схожие, как бы, вот этот матч такие. Особых отличий не было. По ощущениям было, что это, грубо говоря, матч всех звезд молодежной хоккейной лиги. Ну да, там были собраны лучшие игроки, что с Запада, что с Востока. Что чувствовался уровень, что играют как бы достойные ребята. Тяжело было играть с ними. Интересно.